Привет всем! Казалось бы, что может быть проще? Отпилил кусок дерева и готово. На самом деле, мастерам, которые изготавливают мебель из слабов дерева, приходится не сладко. Обработка такого дерева – это долгий и трудоемкий процесс. Да и ширина такой плиты, которая может быть 100 см, очень проблематична. Как правило, ширина строгания большинства рейсмусовых и шлифовальных машин редко превышает 50 см, поэтому мастерам приходится преодолевать трудности, связанные с обработкой слабов дерева. Можно сказать, потом и кровью. Мы предлагаем вашему вниманию подборку необычных идей. Возможно, этот выбор для вас. Надеемся, что это видео было для вас полезным. Не забудьте написать комментарий, если вам понравилось. Приятного просмотра и вдохновения!